Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations. В предыдущих сериях. Итоги. Джессика сволочь. Патрик крайне хороший парень, но погиб. Зенобия практически уничтожена. И нам противостоит огромная хрень. Все как всегда. Resident Evil Revelations. Обожаю эту игру именно за ее упоротость. Ну где еще такое видишь? Это просто бальзам на душу после всех этих Call of Duty, которые похожи друг на друга, как я не знаю. И полна мать. Пилоты тут тоже похожи, капитаны очевидности. Ага, с пистолетами, конечно. Таких паразитов. Ой, мать, это же... У нас еще и отсчет по времени идет. Это как в этом Resident Evil 2. Играет тревожная музыка. И нам говорят... Self-destruction sequence has been activated. И ты... Я же замолчал. Хорошо, хоть так. Вот оно что. Понятно. По-моему, оно прошло, да. Так, с патронами у нас все очень плохо. Не забываем. Нам нужны еще патроны. И нам дали довольно много травок. Ой, а это... Это почему-то другого цвета. Да офигеть теперь, ну. Ой-ой-ой, сейчас опять ударит, смотрите. Спокойно, такой миллиметраж. Шо? Все не то, ну что ж ты делаешь? О, я что-то не так делаю. Вот, вот, тихо, ты посмотри, что творят. Ай-яй-яй. Блин, ушла. О, хорошо. Посмотри, что творят. Вот так, по-моему, даже в определенном смысле эффективнее. Только патроны быстро кончаются. Да, ну ёлы-палы, ну как так можно? Я понимаю, что их нужно сбивать, но... Но все же... Так, это не совсем то, что я хотел. Он резко дернулся. Ну ладно. I dropped off some ammo for you.
Да, я не... Ох, я не успеваю, ничего. Это плохо. Отлично просто. Трава скоро закончится. Ты прост? Смотри на эту хрень. Ты посмотри на ее размеры. Как ее корабль вообще выдерживает? Да. Так, хорошо. Полетели нафиг отсюда. Ну, я так и думал. Эпик, конечно, вообще какой-то полет просто дичайший в последних сериях. Мне нравится. А ты что подумала? Не, ну, прямо у меня постоянное ощущение, что игра была под кооператив заточена изначально, но потом из него эту возможность вырезали, там, по каким-то своим соображениям, там, я не знаю, может быть, 3DS не потянул. Не 3DS же вышли игра. Такое вот ощущение, вот как-то... Игра всем, как говорится. Так, перегрев, понятно. Понял, отсекаем щупало. Сколько же вас из него полезет, да? Я так понял, это не щупальцы, это как паразиты какие-то, что ли, которые в нем живут. У них типа симбиозы что-то, да? Вот так, хорошо. Ты только посмотри на эту хрень. Это ненормально. Я бы даже сказал, это слишком ненормально. Просто офигеть. Вполне возможно, это последний бой в игре. Но я, честно говоря, думаю, что нет, еще слишком много вопросов осталось. К Брайану, к президенту, они находятся далеко не здесь. Но корабль мы, очевидно, покидаем. Сначала, конечно, надо выбраться отсюда. Давай, стреляй! Ты посмотри, да. Какой упертый. Что? Пошло? Вошло. Да блин, почему ракеты не ходят? Я-то стреляю, ты его тоже там постреливал маленько, потому что основной выхлоп весь от меня идет, насколько я вижу. Смотри, лезет-то лезет. Что делать-то? Ощущение, что нужно делать что-то другое. Сейчас посмотрим. Да сколько вас тут вообще? Просто посмотри на это. Почему же ты... Так, охладимся чуть-чуть, пока есть время. Да, япона мальчик, сколько можно? Их самих уже бесить начинает.
Ты стрелял? Сюда нет. Все, нет. Что-то как-то подозрение есть, что нет. Пол, смотри. Ого. Да, блин. Ох. Ох. Вот так и надо. Суровый был бой. Все как учили в школе. Блин, мне понравилось. Наконец-то ты сдохла. Говорили, что хватает малейшей капли, чтобы заразилась в океане. Тут такая дура разлагаться будет. Я чего-то не понимаю опять. Или если тварь убили, она уже не заразная? Морган был один шаг впереди нас весь путь. Да, я вижу. Я хочу думать, что это может все быть ошибкой. Моя ошибка. Приходи с нами, О'Брайен. Не оставляй ничего от нас. Хорошо. Это все началось 1 год назад. Right there, Terra Grecia. Окей, таким образом мы улетели с этого корабля. Вся игра практически на нем прошла, да? Интересно, что же будет сейчас? Это какой у нас по-прежнему 10-й идет эпизод? Интересно, сколько их всего? Джессика, предательница. Да уж, надо валить. Это похожий момент бомбежки. Как они добрались до командного центра? А мы уже играли. Куда они двинулись после командного центра. Сканера у нас нет, патронов у нас нет. Все очень плохо. This is just the kind of thing he was warning the world about. And this incident will bring the crisis to the limelight. It could be good PR, really. Yeah, maybe the international community will finally get the message. FBC has a lot of growing to do. Что? Смотри. Реймонд. А, это Реймонд. Джессика, help you. Roger. Реймонд, который казался главным плохишом в игре, в итоге оказался крайне неплохим парнем, я смотрю. Пока, по крайней мере. Его отбились. Еще не отбились пока. Почему я тебя не бью? Хорошо. Не работает. Реймонд, иди сюда. It's okay, I'll be fine.
You're hurt bad. Don't try to act tough. All right, somebody lend him a shoulder. Parker. Кто-нибудь, кто тут кроме меня есть? HQ has told you to leave. But I can still fight. You're not convincing me. Come on, grab on. We can't pull out yet. There are civilians out there. We have to do something. Heavily outnumbered. We have to regroup. Прям-таки образцовый человек. До последнего защищает свой город. How did they pull this off? Just a few dozen men. Who armed them? And the BOWs. These terrorists must be brought to justice. Blast it. Сами закрылись. Окей. Так, я теперь смогу прочитать? Ежедневный курьер, статья номер 1. Лондонский ежедневный курьер. Трагедия на серой земле. Донателло Луцаски. На Европу надвигается зверь, и имя ему Федеральная комиссия по биотерроризму. Этот зверь уникален тем, что Федеральный комитет по охране видов, учредивший ее, сам не является зверем и должен был оказывать США помощь в борьбе с биотерроризмом. К сожалению, Европа стала местом трагедии, пробудившей зверя. ФКБ полностью взяла под контроль биологическую угрозу на Серой Земле и фактически блокировала участие других стран. Серая Земля Акваполис – современный проект американских и европейских ученых, созданный для разработки альтернативных источников энергии. Стимул к разработке города был двояким. Европейцы хотели остановить изменение климата, американцы – разработать источники энергии для Африки. Поэтому для города было выбрано стратегическое расположение в Средиземном море. Американцы – источники энергии для Африки? Ну, ладно, окей. Управляли Серой Землей совместно обе стороны. Ее преподносили как образец успешного сотрудничества США и Европы. Теракт на Серой Земле положил этому конец. По условиям, изложенным в договоре об управлении Серой Землей, США и Европа обладают равными полномочиями в условиях теракта. Лишь в случае акта биотерроризма ведущая роль отводится ФКБ. ФКБ была сформирована специально для противодействия угрозе биотерроризма. У нее есть группа отличных солдат с постоянной готовностью. И поэтому эта организация имеет самый большой устав в Европе. Большой устав? Ну, то есть состав, наверное. США наделили ее полномочиями брать ситуацию под контроль в условиях кризиса. Таким образом, благодаря хаосу на Серой Земле, ФКБ взяла на себя бразды правления. Комиссар ФКБ Морган Лэнсдейл заявил, что не потерпит вмешательства ЕС. Власти Европы потребовали от Лэнсдейла соблюдения их прав в этом вопросе, и им удалось убедить его подключить к делу Клайва О'Брайена, командующего AOB. Уважаемые организации гражданской группы. Уважаемые международные гражданские группы. Но проблема в том, что хотя сам О'Брайен является экспертом по биотерроризму, у него практически нет помощников, что ограничивает его возможности. В то время как трагические события продолжают развиваться, ФКБ, видимо, неизвестен масштаб трагедии на Серой Земле. Хватит ли Лэнсдейлу возможности и интеллекта, чтобы взять теракт под контроль и самому не стать жутким зверем, покажет будущее. Хорошо. Все в крови. Уже слышу, топают. Ну конечно, мы своих не бросаем. Джессика. Хорошо, чуть-чуть помогает. Пистолет хороший, вырубает быстро.
Неплохо, и тут кровище тоже. Так, Джессика, подвинься, пожалуйста. А мне как-то сюда? Not good. You're losing blood. It's too dangerous to move. We need immediate first aid. We should be okay here. Совсем плохо. We might find something to bandage him up. We'll be back, cadet. Don't go anywhere. Everything will be okay. All right, let's go, Parker. Пойдем. Блин, а как отправу взять? Это мне обратно надо вернуться? Она мне пригодится явно. Придется сделать небольшой круган. Вот так обычно бывает, когда пропускаешь что-нибудь. Хочешь быстрее, получается, как всегда. Вон сколько всего лежит. Да, место считаю, что мертвое уже. Так, nope, не сюда. Где-то рядом я уже кого-то слышу. Или мне кажется. Okay, fine. Guys in your little games. Будем надеяться, я иду правильно, потому что это вроде лестница. Спокойно. Так, это четвертый? Да, это наш. Место, кстати, знакомое. Тут не были уже в предыдущем флешбеке. Очень похоже, по крайней мере. Да. Джессика, ты молодец просто. Да не вставай ты, его на мать. Не. Вообще хапнул. Так, а вот и то, что нам нужно. Сначала патроны. Прям такой жгут лежал. Да-да-да, как раз то, что нужно. Порядка заказа. Сейчас идем. Только сначала наверх сбегаем. Что-то как тут много всего. Ладно, пойдем обратно. Ух ты, блядь. Я же испугался. Готов. Ух, перепугал меня. Давай по-быстрому.
они там лес, просто послушай, сколько их. Хорошо. Я надеюсь, он жив. Ну, конечно, он жив, потому что мы его видели. То есть, мы его на Зенобе видели. Мне просто насмерть. Из патронов. Печаль. Смотри, пруд прям. Здравствуйте. Да сколько ж можно? Ай, блин. Встает еще, смотри. Да блин, еще идут. Фу. Было напряженно. Just desert. No more heroics. End up getting the whole unit killed. Хороший был мужик, Паркер. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay. That should ease the pain. I should be able to walk. Follow us. The elevator to the command room is right there. Где он говорил в лифте? Так, ну отсюда мы пришли. Куда-то. Сюда, видимо. Мне нужны еще патроны. Понабежали уже. Да блин, ты посмотри, не успеваю просто. Нет! Эх, Паркер. Паркер, Паркер. Джессика, what's taking you? Hurry up! Да, прическа у него, конечно. Something is off. What now? Think about it. The delivery and dispatchment of these POWs. It's too professional. And how did they manage to evade the FBC's vast intelligence network? It just doesn't add up. Unless somebody wanted this to happen. Cadets, you're stepping out of bounds. We're not here to investigate this thing. We're here to resolve it. Everything I've said, it's sound. Лицо забавное. Ну, вообще, да, это было очевидно. Хотя нет, не очевидно. В принципе, сначала я сюжет вообще по-другому расценивал. Теперь вон оно как все повернулось. В принципе, неплохо. Сюжет простой, но временами выкидывает коленца. Да, положительное качество. Здесь мы были. Стрел, тупи. Ничего, справимся. Ох, я чувствую, что сейчас будет.
меня получить. И тебе на. Хорош. Джессика. Сколько же подвижно. Ох, ладно. Такое ощущение, что нас готовят к чему-то. Столько патронов дают, это просто обалдеть. Мы дотягиваемся. Спокойно, кадет. Ты справишься. Да. Туда. Туда обойти придется. Давай. Так. Все, и уходим. Кадет, хватит ходить за нами. Шел бы пока там самым кратчайшим путем, чтобы не тревожить рану. Так, так и так. We'll take care of this. Cadet, you'll find Shepard in the command. Yes, sir. I'm on my way. Посмотри на них. Да. Мы убили. Че, уходим? Не, ну это прикольно, конечно. Yes, I understand, and I can hear you just fine. That is simply splendid news. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Еще одна есть. Morgan, you intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. The boldness of your self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You bastard! Full soon shall thou be where thine eye shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Короче, разбомбили еще один корабль. Живой, смотри, живой Паркер. Ой, красавелла, о, хорош, братюха. Jessica has escaped. We were so close. Hey, sorry, Raymond. You were right all along. Thank God somebody was on top of things. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on. We're getting out of here. That's the spirit, cadet.
Да. А эти улетели. Как же они выберутся оттуда? Реймонд realized that Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout. The coordination of the ships. All to put heat on Morgan. But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work. In both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assume Veltro made use of two sister ships in the Terra Grigia panic. Эх, три. But there was a third. Едония или какая-то. Туда-то мы и направимся в следующей серии, судя по всему. Ну что, очередная довольно интересная серия. Вот игра, про нее можно сказать, что это далеко не шедевр. Но она вот как не яркая вспышка, как, допустим, был BioShock Infinite. Она горит таким ровным пламенем. Это крепкий середнячок, который, повторюсь, позволяет окунуться такой в эпоху 90-х, когда выходили игры вот такого жанра. Потому что игра во всем, буквально, кроме графики, графика довольно-таки современная, хотя тоже звезд с неба не хватает, во всем, кроме нее, выполнена именно на уровне игры 10-летней давности. Ощущение, что это сделано намеренно, потому что просто вот умиление такое от всего этого. Так что вполне достойный проект, и от него можно получить удовольствие, особенно если вы затронули ту эпоху и родились, когда эти игры выходили. Так что, по-моему, все очень круто. Вполне возможно, что следующий эпизод будет последним, хотя может быть и нет. Как бы там ни было, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.